хотел бы вам рассказать, как обойти ограничения на доступ к популярному торрент-сайту RootRacker, RootRacker.org. Вот как видите, у меня Ростелеком, и он доступ к ресурсу блокирует. Но на самом деле вам скажу, что сайтик этот живет, никуда не делся, дышит, и обойти блокировку эту достаточно просто. Сейчас вам покажу, как это сделать. Способ работает для всех браузеров на технологии Chromium. То есть это Яндекс браузер, Google Chrome, Opera и тому подобные всякие, Amigo и прочее. На Mozilla, не знаю, там немножко, наверное, по-другому все это может быть. Так что нам нужно сделать? А нужно нам всего лишь установить специальное расширение для нашего браузера, которое нам позволит получить доступ к RootRacker. Итак, идем в меню настроек. И вот здесь вот находим дополнение, либо расширение. Видим список установленных дополнений. Нам нужно все это прокрутить и найти что-то типа каталог расширений. Щелкаем по нему. В Chrome там немножко по-другому, но принцип тот же самый. И здесь вот вводим имя приложения «Доступ к RootRacker». Вот он даже вышел тут. Достаточно популярное приложение. 380 тысяч человек им уже пользуется. Нажимаем «Добавить в Яндекс.Браузер». «Установить расширение». Вот она у нас добавилась. Уже работает. И давайте попробуем еще раз зайти на наш RootRacker. Как мы видим, вместо ограниченного доступа все отлично зашлось. Если вы еще на этом сайте не зарегистрировались, я вам крайне рекомендую это сделать, потому что это один из самых лучших, самых таких больших, развитых. Он был самым первым трекером в России. Соответственно, тут куча всего. Книги, музыка, игры, программы. В принципе, практически все можно найти. Кому пригодилась эта информация, было полезно это видео, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Вы найдете здесь много интересного. Буду снимать видео регулярно. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Всем удачи!